Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Мы с мужем в браке 9 лет, есть 2 дочки. За последние 2 года муж начал во всех ситуациях меня делать виноватой, даже в тех случаях, где он сам накосячил. Переворачивает ситуацию так, что я остаюсь виноватой. Даже же просто за себя обидно. Никогда ничего плохого для него не делала. Подскажите, пожалуйста, что делать. Мои нервы уже сдают. Ну, во-первых, вы говорите, что никогда ничего плохого для него не делали, и вам просто обидно за себя уже. То есть, видимо, в данном случае это нужно понимать таким образом. То есть, ну, в данном случае это нужно понимать так, что вы изо всех сил стараетесь, а есть моменты, которые у вас не получаются, ну, по вашей логике. Есть моменты, которые ваш муж видит не так, как вы, и вам обидно, обидно от того, что он как бы не оценивает то, что вы для него стараетесь. Дело в том, что, видите ли, нельзя в отношениях сделать так, чтобы не сделать партнеру ничего плохого. То есть, так не бывает. Естественно, что находящиеся в отношениях люди ненароком, случайно, находясь либо там в состоянии аффекта, либо подверженные, значит, ну, какому-то внешнему влиянию, могут сказать и сделать что-то такое, что не понравится партнеру, что партнер, ну, партнер посчитает вот чем-то таким, да, для себя негативным, вот, то есть это, как мне кажется, ну, вполне естественно. И получается несколько странно, что вы с одной стороны воспринимаете себя непогрешимой, то есть вы говорите, что я ничего плохого не делал, и с другой стороны вы себя, ну, как бы виноватите, то есть говорите, что, ну, вот я виноват в чем-то. То есть вот, на мой взгляд, это странно, ну, как минимум. То есть вы либо либо вы идеальны, и тогда можете говорить о том, что вы не сделали ничего плохого вашему мужу, и он не прав, обвиняя вас. Либо вы чувствуете себя виноватой и признаете, что где-то все-таки мы могли что-то сделать. Вот. Да, ну, имеется в виду, что-то сделать такое, что ему так или иначе могло прийти в небольшое. Вот. Это отнюдь не означает,
это отнюдь не означает, что ваш муж, ну как так вот сказать, что он 100% прав в своей позиции. Но это может означать, что таким образом мужчина говорит о своих чувствах, о том, что его беспокоит, да, о том, что его волнует, о том, что он переживает о чем-то и так далее, не имея возможности при этом вам об этом сказать. Вот, то есть тут, на мой взгляд, ситуация вот такая. И 7 лет, что вы, что вы вместе, 7 лет, после чего, да, у вас начались, скажем так, трудности. А это традиционно относится к, кризису, значит, 7 лет. То есть, когда у пары начинается некая такая, скажем так, перестройка. Вот, то есть, в данном случае, на мой взгляд, это в какой-то степени нормально. Вот. По-видимому, у вашего мужа что-то случилось, по-видимому, с вашим мужем что-то произошло, да, по-видимому, он изменился немножко, вот, изменилось что-то в нем, и у него, сменились его приоритеты, векторы и ценности, да, с одной стороны. А вот как вам это сказать, да, человек не знает, вот, видимо. И вот как раз, очевидно, что он злится, на что-то злится, вот. Что с этим делать, не знаю. Вот. Ну, опять же, тут момент такой, что я бы не хотел, чтобы вы подумали, что я кого-то оправдываю. Вот. Мне это не нужно в данном случае. Просто вот хотелось бы, чтобы вы просто как-то вот лучше для себя
это понимал. Вот. У меня сложилось такое впечатление, что вы очень много как-то вот как-то вкладываетесь, вот. У меня вот сложилось такое впечатление, что вы очень много вкладываетесь, ну, в отношения, очень много вкладываетесь в, ну, вот что-то стараетесь делать, вот. Это хорошо, конечно, вы молодец, но, на мой взгляд, вы забываете себя, на мой взгляд. И если вы действительно себя забываете, вот, ну, то, пожалуй, ничего хорошего случиться не может. То есть ваш муж, он в этом смысле получается отражает вам то, что вы сами о себе думаете, по-видимому. Вот. И тут нужно смотреть именно в первую очередь вот на то, как вы относитесь сами к себе. То есть как вы видите себя в отношениях. Вот. На мой взгляд, это является первостепенной задачей. Да, чувство вины. Также, помимо всего прочего, связывается с тем, что человеком рядом с вами, да, нарушаются личные границы, вот. То есть, если вы чувствуете вину, значит, вот, ну, личные границы вашим мужем были нарушены. Вот. И вы это не заметили, да, потому что, ну, как-то вот не привыкли. И, соответственно, так вот, ну, привыкли, что ли, в данном случае, ну, как-то вот себя, ну, виноват, да, например. То есть вот, ну, такая штука в данном случае получается. Судя по тому, что я могу видеть. Тогда как важно было бы обратить внимание вашего мужа на ответственность. Вот. Ну, то есть имеется в виду, где моя ответственность, да, вот. Где твоя ответственность, то есть вот такая история в данном случае. То есть вот это очень, очень, очень важно. Вот, но если вы этого делать не привыкли, да, то есть если вы не привыкли, вот, если у вас нет навыков конструктивного общения, вот, если вы не привыкли, допустим, с своим мужем, вот, ну, проговаривать какие-то вещи, да, то есть вот, привыкли просто проговаривать. То есть у вас недоверительные, так скажем,
отношения с ним. Вот. То есть, само собой, это выливается вот в такие обвинения и обиды. Вот. А возможно, вы все-таки вот слишком много, возможно, вы для него делать, или не обязательно для него, а вообще просто вот, слишком много вы делаете, вот. Не обязательно для него, то есть, ну, делаете вообще слишком много, возможно. Вот. И это порождает вот с его стороны такую реакцию. Муж начал против чего-то протестовать. Муж начал более активно там, ну, о себе заявлять, скажем так. Вот. Почему он это делал? Почему он начал активно, ну вот так, активно о себе, более активно о себе заявлять? Ну вот, ну, само собой, ну, само собой не ясно. Вот. То есть, тут нужно смотреть именно на характер ваших отношений, да, на то, как вот в целом ваши отношения выстраивались, чтобы понимать, о чем идет речь. С чувством обиды, которое у вас есть, можно поработать, то есть вам можно помочь как-то вот его отреагировать. Вот, для того, чтобы оно вас не разрушало. Вот. Ну, то есть вот сейчас оно вас, получается, разрушает, да? Вот. Ну, так вот, довольно сильно, получается, вас это чувство разрушает. Вот. А, соответственно, можно поработать и сделать так, чтобы, ну, чтобы не разрушало. Но это скорее уже вопрос насчет, ну, это вопрос скорее касающийся непосредственно уже работы. То есть это, ну, такая вот больше психотерапевтическая история. Вот. Я не знаю, готовы ли вы к этому, да, готовы ли вы к, ну вот, психотерапии пока что. Вот. Ну и, значит, как-то вот, понимает ли ваш супруг, да, проблему или нет. То есть это тоже очень важный момент. Потому что если он не считает, что, ну, что есть проблема, например, да, то есть если, ну, вот, для него, ну, все хорошо, если, вот, ну, считать, что вот, все нормально, вот, то будет, на мой взгляд, ну, довольно
проблематично, я бы сказал, помочь. Можно помочь будет, можно. То есть тут не нужно думать, что это, значит, ну, что это, так скажем, ну, приговор, да? Вот. Можно будет помочь. Просто это займет немножко вот больше времени. Я бы так ответил бы вам. Вот. Но в целом все возможно. И отвечая на ваш вопрос, что делать, да, значит, я сказал бы так, вот к вопросу о том, что делать. В первую очередь, больше внимания обратить на себя, что чувствую я, к мужу сейчас, на данный момент. Вот, какие у меня, значит, с ним отношения сейчас, да, ну, опять же, на данный момент, то есть, как я с ним, ну, как я с ним общаюсь, как я с ним взаимодействую сейчас, да, вот, и так далее, то есть, вот, как-то на это постараться обратить вам свое внимание, нужно. Вот. И если, это очень важный момент, если ваш муж начал обвинять вас в определенное время, то соотнесите, да, ну, постарайтесь соотнести это с тем, менялось ли ваше отношение к себе. Вот. Потому что зеркало. Ну вот, зеркала, да, никто не отменял. То есть, что это значит? Да, это значит, что муж может просто отражать вам то, что вы вот сами о себе думаете. Вот. То есть, если вы думаете о себе, что там, я ничего плохого не делала, да, например, ну, например, а мужу хочется, чтобы вы, там, ну, к примеру, где-то признали свою правоту, свою неправоту, вот, значит, ну, потому что он себя где-то ощущает не идеально, да? Допустим, вы этого не делаете, он вам не может об этом сказать прямо, потому что нет, ну, нет доверия у вас, то есть не налажен диалог, не налажен контакт, вот, и соответственно, вот, все уходит в скандал, ну, ссору и так далее. Опять же, важно подчеркнуть, что вы
сами никак не поясняете того, отвечаете ли вы там своему супругу, вот, да, ну, на его обвинение какие-то или нет. Было бы неплохо узнать об этом тоже. Вот. То есть, вносите ли вы вклад как, ну, какой-то в то, что между вами происходит. Вот. На этом все. Буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь за помощью. Вам она пригодится.